Еще один путь развития церкви, соответствующий дарам, это церковь, основанная на даре пастыря-учителя. О чем я говорю? Вы знаете, когда мы анализируем этот фрагмент в Священном Писании, послание к Ефесянам, 4 глава, то многие современные ученые, библеисты и специалисты в области греческого языка говорят о том, что каждый пастор также еще и учитель. Но при этом не каждый учитель — пастор. Так устроена эта фраза «пастырями и учителями». И действительно, в реальной жизни так и есть. В библейских семинариях немало учителей, но они не пастыри. Пастырского дара у них нет. Но при этом каждый пастырь церкви призван также и учить, и ему даны для этого необходимые дары. Хотя, может быть, он не будет наделен особым таким даром учителя, какой есть именно у семинарских учителей. Получается, человек, которого мы назовем пастырем-учителем, может быть, он не просто будет проповедовать утром, воскресенье, вечером, воскресенье, в среду и так далее. Нет, он понимает структуру церкви. Он знает, что должен быть не один пастырь, а много пастырей, потому что есть малые группы, потому что люди разбросаны в разных районах города. И учение тоже переносится в малые группы или в миссионерские сообщества. Учение распространяется. Пастырь-учитель будет заниматься с другими учителями, которыми будет руководить, которых будет обучать. Он не останется единственным преподавателем, единственным учителем. Да, конечно, он будет преподавать на воскресном богослужении, но развивать также малые группы. Он будет заниматься также личным ученичеством. Он будет встречаться с этими людьми, с будущими учителями. И эти учителя также будут возрастать. И каждый человек в церкви будет тоже искать себе учеников, помогать другим людям. Люди помогают друг другу. Пастыри и учителя объединяют эти два дара — и учительство, и пастырство. И еще один дар — дар евангелиста. В Америке сейчас все больше церквей, которые называются церквями для ищущих, потому что люди, неверующие люди, приходят на воскресное служение. Воскресное служение ориентировано на неверующих. Смысл в том, чтобы верующие, христиане, приводили в церковь, приглашали в церковь на богослужение неверующих людей. И богослужение организовано для неверующих людей, для нехристиан, невоцерковленных. Вот это церкви для ищущих. Когда-то, раньше, в давние времена в Америке у нас были южно-баптистские церкви, где баптистские пасторы благовествовали, и каждое воскресенье они благовествовали, и люди выходили вперед и каялись, и постепенно все больше и больше приходили люди ко Христу через эти воскресные богослужения. Люди приходили и слышали пастора, который рассказывал Евангелие, который призывал к покаянию, и со временем нужно было и важно было, чтобы росла пасторская команда, чтобы были малые группы, чтобы было ученичество, чтобы люди, которые хотели идти на миссионерское служение, могли это делать. Если такого роста не было, тогда, конечно, церковь была большая, народу было много, но глубокого познания Бога у них не было.
Потом Билл Хайблс основал церковь, он взял 100 учащихся школы, и они стали встречаться, собираться в кинотеатре. Я бывал в этой церкви еще в первые годы ее существования. На самом деле, буквально за год на их глазах 1000 взрослых пришли ко Христу. Это были родители тех старшеклассников, которые стали первыми членами церкви. Вот 1000 людей за год. Это действительно настоящий дар благовестника. И эта церковь постоянно говорит: приводите друзей, приводите родственников для того, чтобы услышать о Христе. Билл Хайблс — одаренный евангелист, одаренный благовестник. Сейчас в этой церкви около 20 000 человек. Но Билл Хайблс проявил мудрость. Он пригласил в церковь замечательных проповедников, замечательных учителей. Они начали служение в среду. Они основали систему малых групп, разработали систему малых групп. Они действительно хотят заниматься малыми группами. То есть главное в церкви, конечно, было обусловлено дарами старшего пастора Билла Хайблса, но были и другие служения, потому что в команде были и другие участники. Сегодня это одна из самых сильных церквей в Америке, и ее действие распространяется и по всему миру. Но иногда бывает и так. Церковь хочет служить Богу, и церковь основана пастором, евангелистом, и любит своего лидера, любит своего первого пастора, старшего пастора. Потом они вдруг приводят другого пастора, учителя. Кто-то станет говорить: ну зачем? Зачем вносить такие перемены? Неужели нельзя понять, неужели невозможно понять, что нужно избрать путь и уже идти по этому пути? Перемены ради перемен ни к чему хорошему не ведут. А теперь о пророках, тех, кто одарен пророческим даром. Это не такие пророки с большой буквы, как Агав, которые предсказывали будущее. Это не те пророки, о которых говорится в Ветхом Завете, через которых Бог написал, дал нам свое слово. Мы говорим сейчас о пророках с малой буквы. Пророках, то есть людях, которые могут открывать истины Слова Божия, которые могут применять истины Слова Божия к современной культуре, чтобы люди понимали, что значит идти за Христом. Кстати, иногда такими пророками становятся величайшие проповедники. Например, американский проповедник Джон Пайпер. Он, конечно, наделен даром пророчества. На его проповеди приходят 1000 людей. Его слушают не потому, что он хороший евангелист, а потому, что он одаренный проповедник. Но есть еще одно проявление вот этого дара пророчества с маленькой буквы «П». Ирвин Макманус — один из примеров вот этого дара. Он пастор церкви «Мозаика», которая находится в Лос-Анджелесе. Это небольшая церковь. Там всего несколько сотен человек. Макманаса не увлекает, не привлекает идея большой, крупной церкви. Ему ближе идея того, чтобы в церкви ставить эксперименты, быть экспериментальной церковью. Он рассказывает о том, как однажды поехал на конференцию, и проповедник там сказал: «Так, если вы пастор, и вы ведете церковь, воздержитесь от перемен, потому что с переменами могут прийти серьезные проблемы. Можно превратиться в человека, который идет за грибами и собирает мухоморы. Поэтому будьте осторожными с переменами, потому что не знаешь, что получишь». Макмерос сказал этому человеку: «Слушайте, я вас очень уважаю, но я хочу быть грибником. Я хочу постоянно находить новые грибы. Я хочу находить новые способы проникать в нашу культуру. Я хочу находить новые способы провозглашать Слово Божие. Я хочу экспериментировать с нашей церковью, чтобы церковь была не похожа на другие церкви в нашем регионе. Я скорее грибник, я ищу что-то новое». Знаете, что бывает часто с пророками?
пророков убивают. Иоанна Крестителя обезглавили. Да-да-да, это такие издержки профессии. Церкви иногда проходят подобный путь. Начинается все с пастора или лидера, у которого конкретный дар, и церковь формируется вокруг этого дара. Но в таком случае не надо менять руководителей. В таком случае не надо пытаться изменить всю церковь. Потому что лучше найти единомышленников, которые дополняли бы лидера другими дарами, чтобы было и благовестие, и малые группы, чтобы работали разные измерения церкви. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».